На видео, снятом с телефона, врачи Кстовской ЦРБ борются за жизнь 77-летней пациентки. У нее пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Пациентке необходимо было восстанавливать кровообращение в ноге. Больной с коронавирусной инфекцией, страдающий тяжелым заболеванием сердца, мерцательной аритмией, возник эпизод тромбоэмболии, то есть закупорки бедренной артерии на левой ноге. В данном случае операция является единственно возможным случаем и способом сохранить конечность и спасти человеку и ногу, и жизнь. Откладывать операцию было нельзя, добавляет главврач. Поэтому пациентку прооперировали в экстренном порядке, несмотря на положительный анализ на коронавирус. Хирург на видео, главный врач ЦРБ Александр Цопов. Операция прошла успешно. Еще два, можно сказать, медицинских чуда совершили врачи Нижегородской инфекционной больницы номер 2. Они спасли жизнь 58-летней женщины, которая 30 суток была подключена к аппарату ИВЛ. Женщина 58 лет с тяжелой сопутствующей патологией, ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, ожирение, сахарный диабет, находилась на искусственной вентиляции легких в течение не 30 суток. Параллельно проводился гемодиализ. Больная на данный момент снят с ИВЛ и проводит реабилитационное лечение. Также они спасли 58-летнего мужчину, находившегося в тяжелейшем состоянии из-за коронавирусной инфекции, осложненной хроническими заболеваниями. Он 25 суток провел на ИВЛ. Эти эпизоды не обошел вниманием губернатор. Я хотел всех врачей вот за эти маленькие или большие, но подвиги еще раз поблагодарить и поблагодарить за спасенные жизни. Врачи второй инфекционной больницы Нижнего Новгорода первыми в регионе приняли удар коронавирусной инфекции. Андрей Новокрещенов, Олег Лавров. Время новостей.